Всем привет! И мы сегодня устроим такую фишку. Завтра у меня день рождения. Обычно очень много поздравлений. Ну, конечно, чего ж не поздравить, когда ты заходишь в Facebook и видишь. А вот завтра мы определим, кто вообще вспомнит или не вспомнит, что у меня день рождения. Так что откладываем видео до завтра. И завтра, в конце дня, будет фишка, которая покажет нам, насколько Facebook влияет на количество поздравлений. А может, даже ни одного не будет, кто его знает. Так что вот смотрите сегодня, чтобы эксперимент был чистый. Где-то. О, 14 ноября. 14, завтра 15. Всем привет. Как я вчера и говорил, сегодня 15-е, день рождения. И социальный эксперимент с поздравлениями проходит на ура. Все как и положено. Нет ни одного поздравления пока. Тьфу-тьфу-тьфу. Может, кто-то и проснется, кто-то вспомнит, а кто-то, может, как-то там по старым записям заметит. Но пока, кроме как родные и близкие, никто меня не поздравил. То есть, тот вот, знаете, бывает такой лозунг, который мы часто видим на Фейсбуке, что все читают, только картинки смотрят, давайте, типа, посмотрим, где мы познакомились, кто вспомнит. А вот это наводит меня на мысль, что начисто люди перешли на электронный образ жизни, и вряд ли уже кто-то там записывает в блокнотики или какие-то календари себе ставит на телефонах. Знаете, как это бывает, как я, значит, обычно себе делаю, в календарь заношу важные дни рождения, ну и вообще какие-то дни рождения, кого бы я хотел поздравить, я заношу в календарик. Вы не поверите, я удивлен. Сейчас только что произошло невероятное. То есть меня поздравили личным сообщением с днем рождения. Я был удивлен, я был поражен. Откуда? Откуда помнит? Оказывается, с другой соцсети, в которой я бываю очень редко, я там не успел убрать дату рождения, но все равно это достойно уважения. Человек увидел, зашел в Facebook, добавился в друзья и поздравил. Спасибо. Тот, кто знает, он знает. В прошлом году было у меня видео на 15 ноября, как меня атаковали хакеры, да, помните? Было такое, что я с утра жаловался, что как много сообщений на почту, как много... с утра у меня все соцсети были забиты поздравлениями. Ну, много подписчиков, соответственно, много людей видят и много поздравляют. Поэтому в этом году, повторюсь, проводится акция «Скрой свой день рождения и узнай правду». Что мы и сделали? Скрыли день рождения на всех соцсетях. Правда, на Одноклассниках я тормознулся и скрыл позже, напоминаю. Но, однако, при этом жизнь не останавливается. И, честно сказать, я удивлен, даже удивлен тому, что в приватной сфере сейчас время 11:56. Представляете, 11:56, если в прошлом году в 8 часов у меня уже почта была забита всевозможными поздравлениями, то сейчас в 11:56 в публичном пространстве меня поздравил... Один Игорь Бакторович, привет, Игорь, на аккаунте Александр Мешковский. Ну, в Сирокес ЛВ вообще никто ничего, потому что скрыта дата рождения. И, соответственно, никто не догадывается, что есть такой день рождения. Вот, собственно, поэтому вывод простой, очень простой вывод. Если вы хотите в этот день, ну, освободить свое внимание и быть поглощенным только самим днем рождения, с друзьями, праздниками, в личном общении, то скройте свою дату, и вы почувствуете, что про вас забыл весь мир. Если же вы хотите активной интернет-деятельности, то вам стоит просто указать свою дату, и вы можете ее менять, понимаете? Сегодня поставил в один день, завтра в другой, послезавтра в третий, и вы будете жить полноценной интернет-жизнью. Вас будут поздравлять с праздником каждый день, пока кто-то не заметит, что у него часто праздники. Один день, второй день, третий.
Кстати, это можно будет сделать третий социальный эксперимент. Поставить, менять дату рождения, ну, раз в месяц ставить дату рождения. Хотя Facebook от этого, кстати, хорошо застраховался. По-моему, там дату рождения можно менять только раз в месяц или раз в два месяца. Ну, что-то они приняли какие-то шаги к этому. Вот, поэтому еще раз спасибо всем, кто поздравил, особенно тем, кто реально помнит, там через WhatsApp пришли поздравления. Ну, а жизнь продолжается. Все, всем пока, всем удачи. Смотрите, что такое живая жизнь. Пока социальный эксперимент удается на ура. У меня ни одного публичного поздравления с днем рождения. В привате поздравили два человека, которые помнят. Одно поздравление пришло на WhatsApp с фотографией. В общем, три человека с утра в привате, в личных сообщениях. И я думаю, это те люди, которые действительно помнят, что у меня день рождения. Ну и вот такой подарок. Это тоже реальная жизнь, а не виртуально. Виртуально пока никто. Так что продолжаем наблюдать, что сегодня произойдет. Всех с праздником. Ну, в смысле, с днем рождения. Ну вот, забежал на минутку к компьютеру. 10:11. Никого. Тишина. Ну, то есть все идет по плану. Есть поздравления, но они, как я говорил уже, от родственников, близких, знакомых и друзей, которые не подвержены социальным сетям. Акция имеет успех. Мне это очень нравится, что происходит. Потому что реально я могу видеть, как это все живет, как это все продвигается. Есть такие приятные моменты, которых бы не было, если бы была включена дата рождения. Представляете, пробиваются люди, которые, ну, не ожидаешь вообще, что тебя поздравят. Праздник удался, и я чувствую сегодня реально свой день рождения. Он для меня всегда день рождения. Вот некоторые говорят, что день рождения, это не праздник, это шаг куда-то. Ну, то есть в детстве, то есть... День рождения в детстве это праздник, а потом это уже не праздник. Не знаю, для меня день рождения всегда праздник, потому что, ну, вдумайтесь, это день вашего рождения. День рождения. Благодаря этому дню, благодаря родителям, благодаря там их, короче, все понимают, вы живете, вы получаете удовольствие от этой жизни. В общем, спасибо всем. Продолжаем наше наблюдение. Мне поздравить, расцеловать. Я знал, я все поцелуи снимаю. Илона, просим, я первая, значит, да? Саша. Традиционно уже, да. Работать с вами нам приятно. Вы милый, добрый человек. И помогали нам неоднократно. Вы выручаете своих коллег. Сегодня мы хотим поздравить, ведь день рождения у вас. Желаем ярко его справить. Мечта любая, что сбылась. Побольше премии и зарплаты. Здоровья, чтобы в отпуск на юга. А там повеселиться до упаду. Запоминающимся были, чтобы отпускал. Это вы в точку. Насчет отпусков, очень в точку. Да, 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 да. Саша, это были слова такие, чтобы вам душу и сердце грело. Ну, а это так, чтобы и тело согревало тоже. Спасибо большое. Ну, просто его спасибо. Спасибо, спасибо. Мы с мое место. Мы с Палдей спьемся. Только к вам заняйте мое место. Снимайте. Я все это, все это не обойдет. Спасибо большое. Волнуюсь. Когда женщина рядом. И пойду я от вас. Это придется еще. Хорошего дня. Спасибо большое, девчонки. Спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Реальная жизнь, она приятнее. Вот такие торты, как благодарность за реальную жизнь. Поэтому спасибо всем. Спасибо, спасибо, спасибо. В общем, приятно. На самом деле приятное ощущение, когда у тебя праздник. Вот честное слово. Не. Девчонки, у меня тут случайно тортик в машине оказался. Ну как-то так, я честно хотел зажать, но раз уж так сложилось, я ставлю. Гоститесь. Последний, спасибо. Уже думал, может... Смотрите, время 16:14. Как видим на Фейсбуке, ну, я прокручу ленту, нет ни одного поздравления. Вообще. Вы не поверите, это реальность. Ни одного
При том, что подписчиков, смотрите, друзей, 4181. 4181, при этом ни одного поздравления. То есть, ну, ребят, вот как нас жизнь поменяла. Теперь мы уже не помним, мы в мозгах не держим. Помните года, когда ты помнил дни рождения, ты помнил номера телефонов, ты помнил много чего помнил? Теперь мы всецело доверяемся социальным сетям и, соответственно, какую они на нас имеют роль, какое воздействие. То есть социальные сети стали нашей второй реальной, а не виртуальной жизнью, где все праздники, где все дни рождения. Сейчас я, ну, раз уж так проходит, время уже 16-15, я уже, в принципе, понял, что это реальная социальная проблема какая-то такая. Люди подвисли в сетях настолько, что они уже, если не написано в сети, значит, человек умер, все, его нет. Все, значит, смотрите, теперь мы делаем вот такую фишку. Доступно друзьям. Опс. Сохранить. Ну вот, 16-15, мы меняем. И смотрим. Ну вот, господа, не прошло и 15 минут. Не прошло и 15 минут, как Facebook провел работу, что называется, среди подписчиков, друзей и товарищей. И вот пошли поздравления. Так что спасибо вам всем, граждане, товарищи, друзья, которые пользуются сетями. Молодцы. Ну и помните о том, что реальная жизнь, она немножко сложнее, чем виртуальная. Близких людей запоминайте дни рождения, не доверяйте все Фейсбуку. Все, всем здоровья, удачи, спасибо, что вы есть, потому что без вас невозможно даже такое видео. Всем удачи, всем пока.